лучше оставить машину там, где начал пить. А что именно фоткаете, чтоб все чики-пуки было? Проходит мероприятие не без водителя. Будьте добры, документы на машину. Добрый вечер. Инспектор ГИБДД, прапорщик Тарабы. Проводится операция не без водителя. Нет. Я последний раз выпивал только на Новый год. На данный момент вы перевозите транспортное средство, на которое нет документов. Да. Поэтому вы должны проехать в отдел. Я не хочу разбирать. Ушел. Не остановка. Стой. Встаем на ноги. Больше лишь не будет иметь? Нет. Водитель на машине имеет? Нет. Грамм 250. Испугался, думаю, мало ли, все время доехать, поставить машину. Так, то есть у вас документов никаких ни на машину, ни водительского удостоверения, которого вы вообще не имеете, да? Да. Продолжение следует...
А мы не сотрудники ГИБДД, мы сотрудники СНД. Всего доброго. Страховочка, права. Так, все, спасибо. Выпивали? Да нет. Нет вообще? То есть сейчас ничего не покажет? Ну, сейчас посмотрим. То есть вы думаете, что сотрудники ошибаются? Я ничего не думаю. Здравствуйте, здравствуйте. Алкоголь не употребляли? Какой? Алкоголь не употребляли?